Barcha barchaga salom. Sizlar bilan Zo'r TV telekanalida premyera loyihasi. Demak, bugun dasturimizda. У нас эксклюзивное интервью. Я вообще заметила вас давно как ведущего. Почему пропала Ягона? Тёма, звезда Больдон, Больдон, Манги, Читарса, Керимас. Я слишком многого хочу. Очень интересная передача. Демак, бугун корсатуумиз мехмони, ажойиб, гўзал, соҳибжамол Ягона. Хуш келибсиз студиямизга. Рахмат. Салом алейкум. Кўриб турганимиздан баҳоятда мамнунмиз. Жуда ҳам ажойиб кўринишингизга гап бўлиши мумкин эмас. Основной вопрос, который интересует наших зрителей, почему пропала Ягона? Пропала это у нас обычно, когда не ротируются клипы. Да. На самом деле я никуда не пропадала. Я вот жива-здорова, художечка, я вот разговариваю с вами. Спасибо за приглашение. Насчет пропала, скажу так, что на протяжении вот этого времени, которого не было меня, я записала две замечательные песни, «Тохолеса» они выйдут зимой, потому что она медленная, и я решила повременить с этой песней. Это просто шедевральная песня получилась, это мое прям мнение. Так? Мы работали, поэтому я никуда не пропадала, просто взяла маленькую паузу. И пауза помогла, как вы думаете? Пауза, она всегда помогает, мне кажется, пауза. Иногда надо остаться наедине с самим собой, чтобы подумать, что делать дальше. Сейчас у нас очень много хороших передач, в том числе и ваша. И меня очень радует, я вообще заметила вас давно как ведущего. Спасибо, что приглашают нас, что нас не забывают. Вот. Поэтому, если нас будут очень часто приглашать и будут поддерживать артистов, мне кажется, что никто не будет надолго пропадать. Именно тот период, когда была пауза, что вы ощущали? Когда есть вот это внимание, вот это все, и в какой-то момент вы чувствуете перемену внутри? Насчет внимания, я никогда не была обделена вниманием. У меня всегда были поклонники, фанаты, которые находили телефоны, писали. На самом деле они очень радуют, вы правы в том, что вот внимания вдруг его нет. Да? Люди вспоминают какую-то песню там десятилетней давности и говорят, что как так, как мы без ваших песен. Спасибо вам за песню «Адама», мне пишут часто. Девочки, которые там расстались, а вот у меня есть песня «Юрак деген, но вновь он аркен». Aslı bir or bularken insan sevse bir dor bularken oylamastan köngil koyuşunu bedelini bir bir dolarken oylamastan köngil koyuşunu bedelini bir bir dolarken yura Они очень часто мне пишут вот со слезами, даже отправляют ролики, как они там плачут, поют мои песни и говорят мне спасибо огромное, что вы нам подарили эту песню. Конечно, это очень все круто, это очень все радует. Есть песни, которые не моего стиля, но была такая задача. Я не виню никого, я благодарна даже своему продюсеру, композитору, которые мне просто заставили спеть эти песни. Потому что я поняла одно, что я, оказывается, могу спеть и хорезмскую песню. Мне кажется, что каждый певец должен работать над собой. И не вставать на вот эту планку. Все, ман звезда Больдон, Больдон, Манги, Читарса, Керимас. Я уже Больдон, уже Юлдус, Болек, уже я достиг того уровня, что я могу над собой не работать. Вот знаете, то, что вы сейчас говорите, что есть какой-то потолок, да? Да. Скажем. Большинство наших звезд, скажем, звезд, когда они достигают какого-то уровня, они там замирают. И они медленно потухают или же остаются на том же уровне. А что надо делать, чтобы
перейти вот этот потолок или еще что-то дальше? Я не в обиду артистам, потому что мне самой как бы еще нужно работать над собой, и я ни в коем случае не хочу обидеть какого-то артиста, но мне кажется, что это слово зажрались. Остались на той планке, они просто зажрались, обленились, и вот уже все есть. Угу. Есть свадьбы, есть доход. Вот мне нравится очень политика, вот вы сказали, очень много таких людей, которые останавливаются. Я не хочу называть имена, потому что завтра они начнут мне звонить. У меня уже была такая ситуация, начинают звонить, говорить, почему вы так сказали, да? Поэтому не будем называть имена. Очень много есть звезд, которые остановились, а есть звезды, которые идут. Это лучше скажем, которые идут, да? Угу. Это вот Рашид Халиков, да? Это вот пример всем, угу. мне кажется. Он настолько вот работяга, да? Это Тахир Садыков, хотя он пропадает, но он какой-то вот, я не знаю, какой-то вот такой певец мировой какой-то. Вот он посидел и раз и написал, да? У него какие-то хиты, и вот мне нравятся вот, вот такие вот люди. А то, что касается остановки, мне кажется, это либо были не творческие люди, либо у них была именно мечта достичь вот этого вот фанатизма людей. И когда они уже вот в этом побудут, им надоедает, и они как бы уходят от этого, или удача от них отворачивается. Я не знаю, этот вопрос очень сложный вопрос, его можно бесконечно рассуждать. Но мне кажется, если человек реально настоящий артист, он никогда не потухнет. Мне кажется, он потухнет, но через какую-то большую паузу он опять... Потому что без этого нельзя. Да, он опять... Вот пауза, она очень нужна, мне кажется. Я пела в группе Zero. В группе Zero меня очень обидели. Я первый раз говорю об этом, потому что... У нас эксклюзивное интервью. Эксклюзивное интервью, да. Все получается. Мы хотели это спросить позже, но Ягона решила сама сказать нам. Потому что тема пришла к паузе. И я одна из самых... Ты из нас был индивидуален. Сайора, который, да, сейчас Саэтаж, да, он очень талантливый человек, очень бархатный голос, да. Сергей, который был вроде бы русский парень, но он настолько знал узбекский язык, что нас все встречали вот с аплодисментами всегда. Оля, она такая у нас нежная, такая вот девочка, но у нее такой был голосок, как вот колокольчик. И мы все друг друга дополняли. А у меня был вот именно вот такой вот, да, вот объемный. А, это у меня и в голосе так, как бы в разговорной речи я даже очень громко разговариваю, и мои друзья вот так держат трубки, когда я звоню. Давайте вернемся к тому, что группа Zero, почему вы распались? Вернулись бы назад? Нет, навряд ли. Нету такого, да? Нет, 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 абсолютно, потому что я ушла первая, я уже осознанно ушла, меня как бы обидели, меня убрали, угу. даже не поставили фотографию на диск, вырезали даже мое фото оттуда с диска, хотя там был мой голос. Я не знаю, зачем надо было этому человеку, моему как бы бывшему продюсеру делать так, чтобы от меня все отворачивались, но у меня была не очень хорошая репутация. Говорят же, разозлить человека, и он покажет, на что он способен. Это было со мной. Меня настолько до такой... Сейчас я вам напишу песню. Меня до такой степени разозлили, что я взяла просто песню Кристины Агилеры, и где вот свобода... Но это правда зато. Просто Кристина Агилера слушала ее. Я была фанаткой ее, любила вот эти ее голосовые. В тот момент, где нету, да, музыки, ее голоса, вот идет музыка, какой-то проигрыш. И я стала... Ну, как бы я не могла, у меня не было аккомпанемента, чтобы на чем-то... Или не было таких людей, кому я могла позвонить, слушай, там, Анвар или там, я не знаю, Тимур, ты можешь мне вот поаккомпанировать, а я хочу что-нибудь поимпровизировать. Может, у меня получится чинить песни, я не хотела и не могла, и у меня не было возможности такой. И я ставила вот такие какие-то песни там, где есть побольше места музыки именно, да? Mm-hmm. И сидела, это было вот так. И это я сочинила. Я смотрю, думаю, блин, что-то прикольно. Да, и я. Саша, и потом раз я сочинила песню такую интересную, по моему мнению, думаю я, опять же. Да, мы же как бы в себе сомневаемся часто. Хит, не хит, нормально, ненормально, вообще песня или не песня, да. И вдруг мне позвонил Самандар в эту минуту. Вот в эту минуту. Да, Хамракова. Угу. Я говорю, чем занимаешься? Я говорю, творчеством. Он говорит, как?
говорю, так пишу песню. Он говорит, где? Я говорю, дома. А он говорит, а можно послушать? Я говорю, ну давай, а где? Ну давай, говорит, к Сереге приходи. А Серега — это вот мальчик Зеро, который уже начал как бы тоже писать аранжировки, как бы зарабатывать. Прибегаю к Сереге, потому что мы жили рядом. Нам просто, мне просто надо было добежать. Савандар подъехал туда и говорит, ну пой. Я говорю, найди вот эту песню, и я сейчас тебе покажу. Он говорит, какой? Ну вот Кристина Агилера, там вот кусочек, я вот просто под нее придумала, и ты вот что-нибудь там сэмплами, я не знаю, что ты сделал. Да? И Самандар такой. И он такой, сенузин, борю. И так получилось, что он куплет сочинил, я припев сочинила, и вот эти вот фишки. No. Это Кристина. Вот эти вещички, да, ну я же признала, что я была фанаткой Кристины Агилеры, Уитни Хьюстон. Это очень мне помогало, потому что я когда их слушала, у меня голос открывался. Поэтому мне когда говорят, как научиться петь, вот, ты педагог, давай нам помоги, поддержи. Я считаю, что самое большое учение – это слушать. Сейчас я вас послушал, у нас были многие гости, но если взять вообще, то вы сейчас первый человек, который реально признались, что какую-то песню оттуда вот взяли что-то, и от этого возникло что-то новое. Да. Многие скрывают, но сейчас было это честно. Я до сегодняшнего дня благодарна своим продюсерам, хотя они сыграли в моей жизни не очень такую благоприятную, счастливую роль. Я как бы не могу вспомнить о них с улыбкой, потому что когда я приходила в каждую студию, мне просто закрывали двери. Ну, я это представляю. И это было очень сложно. Девочка, приехавшая из Самарканда, которая уже как-то купила здесь квартиру, родители отдали последние деньги, чтобы была в столице квартира, чтобы девочка не скиталась, потому что я очень много скиталась. Спала у одной девочки с подружки, потом находила каких-то дальних родственников каким-то образом, ночевала у них. И поэтому это было некрасиво с их стороны, но в любом случае я им благодарна. Они мне дали первый шаг, первую почву, первый как бы выход. Свет. На сцену. Смотря на вас, я сейчас побывал в таком, можно сказать, попав в прошлое. Классно. Вспоминаю сейчас то, что было, какие песни и как вот эти хиты создавались. И возвращаемся на сегодняшний день. Вы с нами, мы очень рады. Наша основная цель сегодня — сделать премьеру новой песни. Кто режиссер клипа? Режиссер клипа очень, очень хороший и прикольный, добрый человек, которого зовут Сардор Ахмедов. Он снимал нам уже не один клип на «Олма». «Олма егим келада», «Бехи егим келада» была такая песня. Снимал тоже он. Мне нравится его работа, и как бы в этот раз мы тоже решили попробовать его. Что было необычного в этом клипе? Необычного? Да не было ничего необычного. Вы решили просто... Нет, не было ничего необычного. Просто это трековый красивый клип, свободный. Мы не стали делать ни сюжет, хотя изначально мы хотели сделать сначала сюжет, потом еще что-то. А потом мы решили снять просто красивый, трековый, веселый клип. И все. И вот это как бы было вот так вот. Ничего особого не думалось у нас, вот будем так или будем так. Вот чисто вот решили вот раз, сначала хотели придумать сценарий, а потом раз, а давай снимем яркий, красивый клип. И мне понравилась эта идея, я сказала, давайте, почему нет? Как раз меня не было давно, да. И покажем как бы мое лицо почаще. В принципе, чтобы... это и достаточно для клипа. Говорят же, сейчас много стало таких, что если песня какая-то вот такая, да, скажем, они говорят, певцы говорят, что можем сделать, давайте снимем крутой такой клип, чтобы закрывало казусы, да, какие-то песни, чтобы было вот такой ослепительный клип и все. Вот. А когда есть музыка, можно и без клипа обойтись.
хорошая музыка. Да, это так, когда хорошая песня, она уже и как бы можно просто вот снять, и раз, это все монтируют, и... А знаете, вот мне сейчас захотелось посмотреть этот клип. Хозыр шунча маша бизнинг сухбатимиздан келиб чиққан ҳолда шу клипни биргаликда мухлисларимиз билан бирга тамоша қилсак, менимча муболага бўлмайди. Демак, азиз телетомошабинлар, хонанда ягонадан Парвона деб номланган таронага тасвирга олинган видео клипни биргаликда тамоша қиламиз. Yuragim sog'inchim qaniydi. Yolg'izim ovunchim qaniydi. Orzuyim quvonchim qaniydi. Sani der, sani der. Yuragim sog'inchim qaniydi. Yolg'izim ovunchim qaniydi. Orzuyim quvonchim qaniydi. Judayam ajoyib chiqibdi. Rahmat. Hozir Eldor Qayumov ko'rib, sizni ko'rib, judayam o'sha hozirgi suhbatimizga qanaqadir davomiy kayfiyat berdi. Rahmat. Judayam maza qildim. Klip menga yoqdi. Ayniqsa tarona menga yoqdi desam, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Rahmat. 10 yoshli bob judayam ajoyib tarona chiqibdi. Sizdan yana judayam ko'plab taronalar kutib qolamiz. Xohlasa. Umuman olganda sizni tashrifingiz uchun rahmat deb qolamiz. Mana shu studiyaga, ya'ni Design 49 studiyasiga mana shu ko'rsatuvimizni tasvirga olish uchun yaqindan yordam berayotgani uchun rahmat deb qolamiz. Sizlarga ham rahmat. Siz bilan xayrlashmaymiz. Muxlislarimiz bilan ham xayrlashmagan holda kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha deb qolamiz.